Елена Ханка, всем известная. Спасибо огромное, что вы пришли. У нас сегодня важный день. Очень важный день. Никто даже не догадывается, насколько он важен для меня. Ну, расскажите, как вы относитесь к баскету? Были ли раньше? Ой, нет, это впервые в жизни, когда я пришла. И большое спасибо, что вы меня пригласили. Это так волнительно, это потрясающе. ЦСКА для меня родной клуб, я вам скажу. Я выросла здесь, на ЦСКА. Я, правда, в теннис играла, но это не отменяет того, что это мой родной клуб. И поэтому, конечно же, я буду болеть там за наши дома. Вот я буду настаивать, чтобы Адама Хангу перекупили из Барселоны в ЦСКА. А на самом деле это же не очень сложно, если мы с вами плюс-минус скинемся. Легко. Нет, да. Во-первых, я к нему подойду и скажу: значит, ты тетю Лену не расстраивай мне. Я так, ему скажу. Так, на это раз. Так. Давай вот уже как-то в Москву, потому что угол я тебе всегда выделю у себя в квартире, борща налью. Так что давай уже, дорогой, нечего в Барселоне сидеть, пора в Москву. Станислав Ярушин, приветствую. Мне очень приятно Привет. Тебя видеть, потому что фактически спустя много-много лет я эту эстафетную палочку забрал себе. И вот уже третий год подряд веду матчи баскетбольного ЦСКА. Это круто. Я, для меня это, знаешь, какое-то определенное время было. Я вспоминаю всегда с теплотой. Я такую же эстафетную палочку подхватил у Оскара Кучера. Да. Он был недавно у нас здесь в гостях. Ну, мы круто, как поржали, видишь. Да. Мы все равно любим баскетбол, ходим, смотрим. Конечно, если мы говорим о ЦСКА и огромный колоссальный опыт я получил, работая с Андреем Ватутиным, постоянно являюсь приглашенным гостем на матче. Вот куда это его показали, для меня, да, очень да. дорогого стоит. Я все рассказал, все, что я думаю в этом посте. И когда в 2008 году мы в Мадриде побеждали с ЦСКА, я ходил в соседнюю гостиницу, где жила команда ЦСКА, и мы на Андрея Ватутина комнату записывали все, что мы чем пользовались в СПА. Андрей, прости, это был я. Это очень смешная история. Вот. Наш баскетбол, давай сыграем хотя бы с тобой. Ну, во-первых, трехочковый давай. Один был исполнен. У меня стопроцентный попадание. Вот давай сыграем до трех. Да, это мы сейчас с тобой долго будем играть. Ну, это ты так зря думаешь. Есть. Подожди. Подожди, я очкарик, ты без очков. Подожди, я уже веду у тебя два. До скольки? Один. А, здесь ведет. Такая история? Опа, 1-1. 1-1, ладно. Я чувствую, что надо забивать. 3. Ну, а давай. Ничья. 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 Садимся на ничья. Есть. Ха-ха! Согласен. Ты что, забил? 2-1. Ну, да, мне позволительно. Ребят, вы это видели, насколько это был хитрый, некорректный ход. Ну, ладно, тебе можно, ты гость. Финалисты конкурса «Песни» на телеканале ТНТ. Группа «Трити». Здравствуйте. Ну, парни, рассказывайте, что для вас спорт, что для вас баскетбол? Баскетбол, ну, воспоминания с детства, наверное, в первую очередь. Да, в школе да. мы играли, все это, Иван баскетбол, да. играл в баскетбол. Я, между прочим, на секундочку, чемпион Скородинского района по баскетболу среди школьников в году так, в 2009-м. Ну, то есть можешь я прямо крупную заявку сделать и друзьям своим школьным передать большой привет. Да, пацаны, у меня все получилось, я здесь. Самый высокий из нас. Сверху забивал. Нет, я не... нет. Ну, в чем твоя коронка была в баскетболе, когда моя ты играл? Моя коронка была... Слушай, да не было фишки, наверное. Харизмой, брат, харизмой. Да, в баскетболе, конечно. Это очень важно. Весь татух как уже был. Это тогда. Уже в школе был. Да, в пятом классе уже весь просто. Кардинал. Да. А кто среди вас самый креативный? Мы все креативные. А наш продюсер. Пишет музыку из вас? Вы пишете тексты? Да. Давайте, симпровизируйте прямо сейчас про ЦСКА, который сегодня будет играть против Барселоны. ЦСКА, Барселона. Победа будет у тех, кто сегодня дома. О, Вот так? А ты просто раздевайся. Прекрасная девушка размочила наш этот баскетбольный эфир. Это случилось. Привет. У нас сегодня в гостях Ирина Чеснокова. Можно сказать, что актриса, КВНщица, блогер, театрал. Водитель маршрутки. Что еще продолжать? Ларек у меня цветочный. Ларек. Часто ли ты ходишь на баскетбол? Хожу. По мере возможности хожу. Очень люблю. На ЦСКА? В основном, да. Мне кажется, я больше ни на ком не была. У меня есть любимчики. Потому что, конечно, лучшая команда Европы, как мы знаем. И это, это не просто голословное утверждение. Это факт. Умеешь играть в баскетбол сама? Нет. Сильно не умею. Максимально. Максимально не умеешь? Да. Мы можем это проверить. Еще если проверять? Ты не я клянусь. Ты клянешься. Но тем не менее, смотри, что у меня есть. Штука максимально классная. Ты себе надеваешь окошко. А ты будешь мне кидать? Нет. Я ты будешь кидать себе сама. Что это за сам себе баскетболист? Да, конечно. Хорошая шутка. Сам себе баскетболист, давай. Но мне кажется, ты должен кидать меня. Я ловить, да? Я-то попаду. Давай, нет. Ты из кадра вывалил. Поближе, поближе, поближе. Давай. Да? ЦСКА на четвертом. На каком месте Барселона? На пятом. Еще.
На втором. Еще. На первом? Нет, еще. На 65-м. Ну ты все перечислила, кроме одной цифры. На третьем. Ну, конечно, молодец, справилась, есть. Идем дальше. Есть, первый раз. Так-то. За кого ты болеешь? Молодец. Нет, смотри, я влюбилась здесь в игрока. Он офигенный, который номер 5. Джеймс. Джеймс. Майк Джеймс. Он офигенный. И помните всегда, что ЦСКА будет первым. Абсолютно верно. Всем пока, спасибо за эфир.